здравствуйте. Меня зовут Екатерина Караваева. В праздничные дни у нас все больше и больше хороших новостей. На этот раз ими поделились волгоградцы. У нас замечательная новость. Наконец-то мы попали в канун такого замечательного праздника на вашу такую замечательную землю, посмотреть на наших дедов, прадедов, как они сражались, завоевывали. Это наша самая замечательная новость, что мы приехали отдать им честь, память. Откуда возложить. Приехали? Из Ростовской области, город Сальск. Вот внучку встретил, гуляем. Были молодые, армию отслужили, постарели. Сейчас работаем в народном хозяйстве сторожем. Попробовали кашу, встретились с друзьями, пообщались. Все очень весело. Тут встреча товарищей, друзей по службе в армии, по фронту и так далее. Крым стал российским. Самая главная новость в последнее время. Мы выступаем каждый год у этого памятника, посвящаем свои концерты ветеранам. С внуком пришли вот посмотреть концерт. Сегодня замечательная погода, светит солнышко, везде одуванчики. Мы шоу «Балет Лайв» сегодня выступаем, и поэтому сегодня отличный день для нас. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться волгоградцы. Смотрите нашу программу не только в эфире, но и на сайте ahtubtv.rf.